Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас очередная серия носков. Смотрите, какие классные, простые, без шва, на двух спицах, ну, по классике жанра. Спицы у меня 3 миллиметра толщина. Нитки у меня вот такие вот, я буду из этого мотка вязать, ну, покажу, какие нитки. Я вам, опять же, ориентировочно, граммаж-метраж, потому что у меня полиакрил. Вот такие вот нитки в 100 граммах 300 метров. Смотрите, вот Kaufland, кстати, покупала. Это супермаркет. Иногда у них появляются нитки, кстати, и неплохого качества. Хоть это полиакрил, но они приятные, мягенькие. И я уже в прошлом году, когда у них были обычно по сезону, по осени завозят к ним нитки, довольно-таки неплохие. Ими я довольно часто покупала, когда есть, а есть очень редко. Вот, так что такие нитки 100 граммов даже не уйдет, 100 граммов ниток, ну, в общем, такой метраж. Плюс еще швейные нитки у меня идут, вся вот эта нижняя часть связана с этой ниткой для уплотнения, вот верхняя часть без нее. Теперь, что касается размера, мой размер 36-37. Число петель должно быть кратно 3 обязательно, и эта вязка, она плотнее, чем резинка, поэтому я набираю, несмотря на то, что здесь вот будет еще этот клин, я набираю то количество петель, которое обычно набираю на свой носок, девчонки. Так, набрала я 48 петель, вот смотрите. Теперь вяжем таким, вязать начинаем узор с первого ряда. Первую петлю снимаю, вторая петля изнаночная. Далее вот эти маленькие косички, видите, такие они мелкие косички у меня здесь. Для нее я вторую петлю и первую меняю местами. При этом первая поверх второй, вот таким вот образом. И провязываю. Между этими косичками у нас одна изнаночная, либо вот таким вот образом. Сначала я провязываю вторую, потом провязываю первую. И обе петли снимаю. Как вам удобно, выберите ваш вам удобный способ и вяжите. И так до конца ряда. Так, в конце у вас должно получиться остаться одна изнаночная плюс одна кромочная. Изнаночный ряд вяжем по узору. То есть это будет одна лицевая, две изнаночные. Так, до конца ряда всегда изнаночный ряд мы вяжем по узору. Так, следующий лицевой ряд и все последующие ряды мы вяжем точно так же, как первый. Первая петля изнаночная, далее мы вяжем эту косичку. То есть в каждом лицевом ряду мы делаем вот эти вот перебросы, изнаночные вяжем по узору и вяжем на нужную вам высоту. То есть это уже ваше желание, вот сколько у вас должна быть эта резинка. Смотрим, мои хорошие. Вот видите, я провязала резинку. Сейчас я вам измерю свою. Вот в спокойном состоянии моя 14 сантиметров. Ну, соответственно, тянется она очень хорошо. Вот, но я считаю, вот этой резинки она, в принципе, на все женские размеры вот таких вот параметров, я думаю, хватит. Тут разница будет только как бы в длине самого носка, вот в этом язычке. Поэтому я думаю, если вы наберете вот такое количество, все будет нормально. И 11 сантиметров. Ну, вязала я произвольно. Часть вот эту, вот это все вязание надо разделить на 5 одинаковых частей. Для этого я начинаю вязать ряд. У меня, пока вяжу, немного расскажу. Значит, у меня всего 15 вот этих косичек. И мои части как бы будут состоять из 5 косичек. Каждая из 3 будет состоять из 5 косичек. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь раз, 1, 2, 3, 4, 5. Вот это я отделяю сюда. Вот эти две части мы вязать не будем. И мы будем вязать сейчас вот эту вот центральную часть из 5 косичек. Раз, 2, 3, 4, 5. 5. Все, я поворачиваю и вяжу только эту часть. Вот видите, вот так вот.
она у нас полагается, и я ее вяжу просто эту серединочку. Далее покажу, сколько именно вязать. Так, девчонки, вот смотрите, я провязала. Это примерно у меня 13 сантиметров. Смотрите, если взять ногу, вот, конечно, здесь она плохо изображена. Вот где у нас резинка, носок, да, оно им на ноге не так вот выглядит. Поэтому я пытаюсь вам объяснить. Вот где заканчивается резинка. Обычно, ну, тут у меня в этом месте нога узкая, не такая, как здесь. В общем, там, где закончилась узкая часть ноги, отсюда меряем этот, как бы, отрост. И он у нас должен доходить до конца пальчиков. Вот. Я надеюсь, я нормально объяснила, потому что я сама не знаю, как это толково донести. Вот. Почему до конца? Потому что у нас, видите, здесь оно в стянутом виде. Когда растянется, он будет меньше. Вот когда вы его измерите до конца, как раз в нормальном состоянии оно и будет нормально. Вернее, в растянутом состоянии. Теперь мы будем сокращать, девчонки, вот этот мысик. Для этого мы после кромочной первую косичку провязываем вместе изнаночной. Далее по узору. И последнюю косичку тоже изнаночной и кромочная. Изнаночный ряд по узору, как мы и вязали. В лицевом ряду снова после кромочной 2 вместе изнаночной, далее по узору. Ой, и в конце перед кромочной тоже 2 вместе. Изнаночный ряд. Так, и снова после кромочной 2 вместе изнаночной, здесь остается 1 лицевая, далее по узору, в конце 1 лицевая, 2 вместе изнаночной, и еще снова 2 вместе, то есть мы вяжем, пока мы, у нас не останется 1 вот эта центральная косичка. То есть из 5 у нас должна остаться 1 центральная. Вот и последний раз. Видите, у нас остается кромочная, изнаночная, косичка. 2 вместе, 1 изнаночная и 1 кромочная. Все. Изнаночный ряд. И далее. Так, далее нам нужно набрать вот здесь вот петли и здесь петли, то есть восполнить это все дело. Можно нить отрезать, можно не отрезать, сделать так, как делаю я. Передвигаюсь сюда, чуть оставляю на свободу как бы натяжение. И здесь первое, здесь вот я вот вытягиваю петлю, то есть на ряд ниже 1 петля. Теперь из каждой кромочной. Видите, я 1 петлю провязываю, поднимаю вот эту нить, нить сверху, опускаю нить снизу, нить сверху, чередую. Так, набрала я вот здесь вот 25 петель. Девчонки, у вас может быть другое в зависимости от количества рядов. Здесь другое количество петель. Но единственное, зачем следите, здесь я вяжу по узору. Следите за тем, чтобы количество петель с обеих сторон было одинаковым. Если здесь у вас было 2... Так, сейчас я перетяну петлю, спицу. Если у вас здесь было 25 петель, то здесь у вас тоже должно быть 25, чтобы потом это все дело у нас совпало. Так, то есть сейчас я из этих кромочных должна набрать 25 петель. Вот, 25. Теперь я еще провязываю до конца ряда вот эти вот петли. При этом тут у нас еще должна быть коса. Это последний. Все, мы довязываем, заканчиваем с этим узором. Теперь мы будем вязать лицевыми петлями. Здесь можно немного расслабиться и отдохнуть.
такое релакс вязание. Вот, видите, по сути у нас, видите, вот здесь вот петли отсюда и сюда. Вот теперь мы, вот они, мы вяжем их лицевыми петлями, но я в работу добавляю вот эту дополнительную нить для уплотнения. Продолжаю вязание лицевыми петлями. Вот, девчонки, видите, провязала я 18 рядов лицевыми петлями. В сантиметрах это у меня 5 сантиметров. Я считаю, это для всех женских размеров нормальная, оптимальная, как бы, величина. Вот, можно добавить еще два размера, если высокий подъем, широкая нога. Сразу оговорюсь, для детских вот приблизительно 10-12 рядов, а для мужских 22-24 ряда, вот примерно, это ориентировочно. Далее, что я сделала? Я рассчитала таким вот образом: здесь у меня 38 петель, здесь 38 петель и по центру 12 петель. Вам важно разделить вязание так, чтобы по центру было 12 петель и равное количество с этой и с этой стороны петель. Вот, далее будем вязать вот эту вот часть, видите, вот эту часть, которая у нас состоит из 12 петель. Сейчас я просто этот ряд провяжу сюда, чтобы переместиться. Так, довязывая до первого маркера, пока я его переодеваю, потом они нам не понадобятся. И вяжу вот эти вот 12 петель, которые у меня на спицах отсчитаны. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12, я сейчас просто переснимаю и снимаю маркер, все, он мне не нужен будет. 12 и 13 я провязываю вместе, работу поворачиваю. Теперь мы будем вязать все время таким вот образом, средние 12 петель. При этом теперь первую я буду снимать и провязываю 10 петель. С кромочной у меня здесь 11, далее снова 12 и 13 я провязываю вместе и так далее. Вот после этих двух вместе мы поворачиваемся и 12 и 13 провязываем вместе. Таким образом мы будем, вот видите, здесь уже на маркер не нужен, здесь уже эти 12 четко у нас отделены, поэтому всегда вот 12 и 13 мы провязываем вместе, таким образом каждый раз забирая с этой боковой части по одной петле. Продолжаем. Так, вот смотрите, видите, вот постепенно я передвинулась полностью к задней стенке, то есть все петли отсюда у нас убрались. У нас на спицах 12 петель, мы продолжаем их вязать. Вот видите, они плавно у нас переходят. Вот сейчас мы в этом месте, все боковые петли я закрыла, и теперь переходим на заднюю вот эту часть. Продолжаю вязать 12 петель. И вот смотрите, теперь делаем таким вот образом, вот эту последнюю переснимаю и одеваю кромочную петлю на спицу. Теперь переодеваю на вот эту вот две петли и провязываю вместе лицевой, то есть вот она наша 12 и кромочная. То есть сейчас вместо вот этих петель, которые мы брали боковые, мы будем поднимать кромочные изнаночный ряд точно так же. Последняя петля кромочная, в изнаночном ряду мы поднимаем заднюю кромочную, в лицевом ряду переднюю, чтобы у нас красиво все было. Поворачиваем, вот она последняя, и кромочную, не вот эту вот, а переднюю поднимаем. И продолжаем таким вот образом.
Далее продолжаем подниматься по пятке. Так, вот смотрите, дошли мы до того момента, где у нас заканчивается вот эта платочная вязка, видите, и переходит у нас в резинку, в эти косички. И сейчас мы будем переходить тоже на эти косички. Здесь у нас вот эта кромочная мы снимаем, следующие две петли провязываем косичку, меняем местами, то есть вашим выбранным способом это делаете. 2 изнаночные, вернее, 2 петли провязываем вместе изнаночной, потому что у нас 12 петель, поэтому нам нужно 2 петли сократить, чтобы на спицах осталось 10. Далее провязываем косичку из 2 петель. Ой, вернее, снова 2 петли провязываем вместе изнаночной. И косичка из 2 петель. И остается у нас кромочная, то есть теперь у нас кромочную точно так же провязываем с поднятой петлей. Теперь у нас в работе 10 петель, которые мы вяжем вот этими косичками. Изнаночный ряд мы вяжем по узору, кромочная, подняли. И в изнаночном ряду провязываем лицевой, в лицевом ряду изнаночный, в изнаночном лицевой, то есть наоборот. И так далее. Продолжаем и поднимаемся вверх. Вывязывая эти косички и поднимая кромочные в каждом ряду. Вот видите, вот так вот они, три косички идут у нас вверх. Продолжаем нашу работу. Так, смотрите, девчонки, я дошла до конца, видите, довязала уже до верха, осталось мне тут буквально один рядочек, а здесь я уже впритык. И теперь я петли буду закрывать по узору. Это значит, что провязываю петлю по узору и продеваю через первую петлю. Так, последнюю петлю, ой, я поднимаю, еще переснимаю, поднимаю кромочную, и я их провяжу вместе. И продену через первую петлю. Так, что я делаю сейчас? Сейчас я обрезаю нитку. Так, и вот эта петля, которую я набирала, петли и эту, я сделаю узелок, чтобы соединить их. Вот. И здесь просто эту нитку продену, обе вернее, продену на изнаночную сторону. Так, все, девчонки, готов наш носочек очередной. Вот он у нас. Видим, да, тянется прекрасно резинка эта, тянется сам носок, так что не переживайте, если подъем больше и меньше, это по сути не так важно. Эта вязка прекрасно у нас сядет, ляжет на вашу ножку. Вот. На этом, девчонки, все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Вяжем, пишем, что мы еще хотим. Делимся своими успехами. Вот. Подписываемся на Инстаграм, ставим лайки. Девчонки, для развития канала очень важна ваша реакция. Важны репосты, лайки. Ну, в общем, ваша ответная реакция. Поэтому попрошу, пожалуйста, по возможности. Буду благодарна за каждый лайк, за каждый репост, за любую вашу реакцию. Все, девчоночки, я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия.
Всем пока-пока. Люблю вас всех.